Сеансы у них там. И уже достали своими сеансами. Так, мое, я что тут хочу записать? Мое видеообращение президенту Соединенных Штатов Америки Бараку Обаме. Барак, так вы достали своими санкциями. Просто вот, знаешь, ну вот сил уже у меня нет, терпения моего нету, понимаешь? И я решил, как гражданин России, как патриот своей страны, объявить вам свои личные санкции. И запомни, это серьезно. Ты не думаешь, что это... Ты сейчас убедишься, я тебе докажу, что я тут не шуточки пришел играть. Понял? Так вот, первое-наперво моя санкция. Я категорически отказываюсь ехать в твою страну. Да, мы в этом году всей семьей, я там, дети, там это, все, хотели ехать к тебе в Соединенные Штаты Америки. Так вот, я больше ни копейки, никогда в жизни не поеду до тех пор, пока вы, вот такое будет у вас отношение к России. Понятно? Ни копейки не потрачу. Второе, здесь в России, никогда в жизни больше моя нога не ступит ни во что американское, ни в один магазин, ни в кафе. Макдональдс буду объезжать 10-й дорогой, понял? Вот, потом, вот это, кто эту гадость принес в дом, вот это твое, я вот смотри, чтобы ты убедился, я сейчас тебе докажу, чтобы ты думал. Вот, я выливаю, смотри, выливаем, вот так вот, и все, будем квасок пить наш. Так, это кто тут такой у нас, да, алло? Ага. О, Федя. Слушай, привет. Дай, ты знаешь, извини, я потом тебе перезвоню. Я тут Бараку пишу видеообращение. Ну, какому Бараку? Что ты, Барака не знаешь? Барак Обама, барашка черный. Который санкции-то нам вводит. Все. Так вот, я сейчас свои санкции ввожу, я потом тебе перезвоню. Хорошо, давай. Угу. Ну, все, да. Кстати, по поводу санкций. Чтобы ты не думал, русских не запугаешь. Чтобы ты не думал, что мы шуточки с вами играем. Сейчас ты убедишься в серьезности моих намерений. Твой аппарат. Смотри сюда. На. Эх ты, глянь, не сдал. Не сдается собака! А, понял? Жена, дай мне этот планшет. Сейчас я тебе покажу, ты убедишься в серьезности намерения. Американский, не этот, корейский, корейцев я люблю. Да, это чей? Ага, вот, видишь? Значит, смотри, сюда, внимательно. Смотри! Понял? На. Вот она ваша... Вот ваши санкции, понял? Вот ваши санкции. Вот так вот. И я тебе, знаешь, скажу, дорогой мой, никогда вам Россию не запугать. Вот вам, понял? Никогда в жизни мы не купимся и не поведемся на всякие ваши вонючие санкции. Блять, а я не понял. Ха, так у меня и камера американская, сука.